я установил самую нереальную сборку Майнкрафт, в которой просто куча новых интересных модов. Здесь можно нафиг разрывать всех мобов на кусочки, стать абсолютно любым супергероем, создать бешеный завод из механизмов, но самая главная цель сборки — это скрафтить камни и перчатку бесконечности. Сдохните, жители! Умри, умри! А, что за бомба? What the fuck? Стоп, что это? Крафт камней бесконечности? Вы чувствуете, да? Вы чувствуете этот новый запах новейшей сборки с модами? Ничто так вкусно не пахнет, как моды, с которыми ты не играл уже на протяжении многих месяцев. И, наконец-то, момент настал! Конечно, это не третья техномагия, которую я обещал полгода, но это сборка с модами, где их много, куча, и вон у меня на заднем плане уже летают какие-то какашки пердящие. Я не знаю, что это такое, но мы сейчас узнаем. О, и у меня уже какие-то навыки прокачиваются, капец. Я хочу сказать, что не волнуйтесь, ярые фанаты техномагии, потому что она уже скоро выйдет, а этот летсплейчик, если его можно так назвать, то он будет параллельно проходить с техномагией, поэтому ничего страшного. Так, я уже деревце начал добывать, я хочу вам рассказать, точнее, сначала показать, блин, что у меня в инвентаре, практически весь инвентарь, вот этот ходбар забит всякими книжками, вы прикиньте просто, сколько здесь модов, их на самом деле здесь практически 300. Пассивные предметы, так, у меня тут какие-то амулеты, тут, блин, это в этом всем разбираться надо, ё-моё, я уж ничего не помню, и половина не знаю даже, ладно, пусть лежит все вот здесь. А, стоп, у меня еще и вкладок, гляньте, сколько вкладок в инвентаре. What the fuck, что это вообще такое, ё-моё? Так, это у меня инвентарь Bubbles, это у меня еще какой-то инвентарь, куча всяких инвентарей. Вы прикиньте, если я это все забью, я буду ультра просто Таносом. А, кстати, на этой сборке возможно стать супер титаном и сделать перчатку бесконечности. Вот таким вот образом выглядит ее крафт. Кажется, вообще супер просто, но на самом деле, вот вы просто посмотрите. Здесь используется 19 блоков бесконечной жидкости. А она как делается? Она там просто копит. Ну, короче, ребят, это просто трындец полнейший. Но самое главное, вы на камни посмотрите, на камни, которые мне нужно будет в нее пихать. Вы гляньте на эти кастомные рецепты, ё-мо. Эти рецепты еще похлеще, чем во второй техномагии. Тут вообще бедрок. Алло, бедрок, мне бедрок каким-то образом надо будет достать. Это жесть. Так, давай я посмотрю, вот это что такое за пердюшка. Ну-ка, я ее могу бить. Я, кстати, ее могу, наверное. Ну-ка, вот, сейчас я хочу ее подобрать. Ну-ка, давай. Нет, не получается подобрать, блин. А кого-нибудь могу другого подобрать? О, курица! Иди сюда, прям как на одном блоке, да? Беру ее и хожу с курятином. Рома, вот на тебе подарочек. Так, пока я давайте добуду вот эти камушки. Смотрите, что я тут обнаружил. У меня тут метеорит упавший, блин, это хорошо. Да и вообще, вы заметили биом, в котором я заспавнился? Это же магический лес из Таункрафта, господи. Я уже так скучал по Таункрафту, уже давным-давно я с ним не играл. И наконец-то он есть. Так, это что такое? Подожди, это кто это? Что, он меняется? Это хамелеон? Погоди, ну-ка, хамелеон. Да, походу хамелеон. О, офигеть! Если я его кладу на камень, он становится каменный. Если на траву, то он становится травяной. И, блин, господи, мне можно как-то тебя забрать? Это просто офигенный самый моб, наверное. Ну-ка, его в черного можно превратить? Черный хамелеон! Нифига себе. Вообще, я заметил, смотрите, что у нас тут в небе летает. Это какой-то воздух, и на самом деле я знаю, что это такое. Также, если я ломаю какие-либо блоки, то от них летят такие частички. Вот, можно заметить, да, это ветер, то есть направление ветра. Этот мод, это просто бешеный, это какая-то бешеная ультра убивающая машина, потому что у меня может заспавниться сраная, блин, торнадо. И если она у меня заспавнится рядом с домом, то моему дому будет капец. Да и вообще у меня такое ощущение, как-то ветер усиливается, что-то страшно. Стоп, что? Началась охота за кровью, земля омывается в жемчужном свете луны. Что это значит? Меня убивать, что ли, кто-то собрался, блин? Реально, ночь наступает, надо валить отсюда, я тут вижу нефть. О, серебряное дерево, здравствуй, ты мне потом потребуешься. И также я заметил какой-то, господи, здесь все черное. Черт, я попал в эту жидкость, она меня затягивает, ё-моё. Быстрее выбираемся, не получается. У меня такое ощущение, что это либо какой-то данж, либо здесь что-то интересное. Ну, в любом случае, я могу, наверное, здесь переждать ночь. А, стоп, это склеп, это долбанный склеп. Нет сундуков, сундуков нету. Не, в склепу я ночевать не буду, ну их его в попу. Стоп, что это было? What the fuck? Здесь портал какой-то заспавнился, и он исчез куда-то сразу. А, ну ладно. Грибочки, грибочки, мои грибочки. Вот грибы я заберу обязательно. А, вот и первые мобы пошли. Зомби какие-то, блин, красноглазнючие. Ну, чё ты с мотыгой ходишь, дебил? Мечом надо бить всех. О, господи! Что за фигня? Он стреляет меня, зомби, ё-моё, нифига себе. Ты откуда взялся? Скелет, бей его! Ой, какой скелет, господи. Волк, бей его, блин, волк, волк, пожалуйста. Хоть бы он приручился. Это обычная кость, да, обычная. И, нет, нифига. Что это здесь за никнейм? Золотой ИК? Надеюсь, ты меня не убьешь. Что это такое? Это какая-то мега черепаха, нифига себе. Не, я ее трогать не буду. Опна, а мне тут интересное написали. В
Вы получили первый ранг знаний Икея какого-то. Икея, я ничего в Икее не покупал. Как я мог получить? Мне нужно открыть бестиарий. Ну-ка, где это? Убила! Ирод! Мозговой слайм вонючий! Ах, теперь мне надо ресы добавить. О, слава богу, я вижу, где я сдох. И мне с кого-то выпал какой-то мешочек. Блин, или это вообще с меня выпал? Мне кажется, с какого-то моба. Ну-ка, давайте его откроем, и что мне выпадает? Опа-на! Эндер-жемчуги, это, конечно, круто. Сломанная кирка из Форестри. Искатель спавнеров. Погоди, золотое яблоко. Друзья, что за искатель? Ищет ближайший спавнер. Ну, давай попробуем. Я его использую. О, он еще и бесконечный, походу. И летит такой жемчуг какой-то немного лагачий. Офигеть! Блин, вот это мне. А! Не стреляй! Иди в жопу иди! Все, убегаю. Это реально, кстати, классная штука, она может крафтить. А, она вообще на изи крафтится, чего я радуюсь такой фигне. А это что за прикол? Меня черная корова бьет, да и вообще коровы на меня напали. Алло, меня что, еще и обычные мобы убивать будут? Не, вы что, угораете, что ли? Как мне с этим всем справляться? О, убил. О, что за домик? Кто меня бьет? Здрасте, что за домик? Кто обитает? А, понятно, комадривы обитают. А ну давай драться. Блин, кстати, какой-то домик, ну-ка, что в сундуке? О, железные слитки, халявные механические детали. Так, никто мне не зайдет. Кто тут подох? Ну-ка, давай, я добью тебя. О, еще какой-то мешок. И в этом мешке мне выпадает... черный кварц. Так, а это явно что-то странное. У меня заспанился, я тут дерево рубил. И какая-то говняха выпала. Так, это что, мини-босс, что ли? О, с него зачарованная книга выпала на... не знаю, что это такое, но, наверное, что-то полезное. Офигеть! Динамит! Хочу взорвать динамит, кидаем! Вот это, блин, взрывчанский! Ё-моё, главное базу так не подорвать. О, блоки халявные. О, неужели наконец-то кровать? Все, я могу поспать, ура! Что меня больше всего привлекло, в сундуке мне попался какой-то золотой ключ. Я могу из него скрафтить какие-то еще другие рубиновые ключи, сапфировый ключ, но у меня такое ощущение, что с помощью него открывается какая-то сокровищница, поэтому я его заберу. Ну-ка, я вообще могу его скрафтить? Нет, не могу, все, забираю. Петухи дерутся. Ой, это что тут идет? Нет, нет, это ничего не интересно. Ты не убивай меня, маг. Ё-моё, с такими модами я точно ни разу не играл. Они, блин, за меня что, преследовать будут? Ну-ка, давайте попробую все равно убить. Что-то они мне немного урона наносят. И мы тузим, да. Дураки. Нет, хотя меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют, меня сейчас убьют. Убью. Топтать 400 метров. О, еще какой-то данчик. А еще за какулька. Что это? О, смотрите-ка, это похоже на сундук какой-то. Ну-ка, я могу ее открыть. И кей, брок. Мой ключ сломался. Блин, я хоть могу это забрать? Не, походу, не могу. Что-то пока что адекватных данжей я никаких не встретил. Какой-то говнище попадается. Блин, ни сундуков, нифига. Не, но я все-таки продолжаю верить, что что-то годное я встречу. Вот черт! Вот черт! Походу, на меня какая-то жесткая тема напала. Она мне поджигает. Нет, нет, под землю. И сдох. Опять сдох. В общем, можно назвать эту сборку еще очередная сборка, где Иванчело будет умирать 5000 миллионов раз. Так, эта штука не летит на меня? Вроде не летит. Я вообще сначала подумал, что это дракон из Ice and Fire, а потом оказалось, нет, какой-то демон. Так, еще один склеп вонючий. А, кстати, лайфхак. Если увидите вот такое вот дерево из Стоункрафта и на нем будут развешаны паутинки, то это значит, что там 100% под ним будет спавнер с пауками и также халявный сундук с утом. Только надо быстрее этот спавнер разрушить, чтобы пауки меня не убили. И вот он спавнер, как мы здесь видим. Кстати, с него осколки спавнера выпадают. Я потом с помощью них смогу сделать автоматический спавнер. Но сейчас я это не могу. Так, что мне выпало? Золотая монета. Брось в колодец желаний. О, погодите, а где колодец? Надо бы найти. С помощью вот этих инструкций я смогу, внимание, создавать броню супергероя. Вы посмотрите, сколько здесь всего. Здесь и флеши есть. И всякие капитаны Америки, Человеки-пауки, Железные человеки и даже Таносы. Короче, там все подряд есть. Но у меня нету места, к сожалению. Поэтому я могу здесь стырить паутинки, почему бы нет, и скрафтить из них, например, рюкзак шахтера. Он не сможет хранить абсолютно все ресурсы, а только всякие там руды, драгоценности, и, блин, у меня из этого всего только два слота освободило. Надо было рюкзак лесника делать, ну да ладно. Да, прикиньте, блин, какой скелет новомодный. Короче, если я на дальнем расстоянии от него хожу, он меня стреляет со своего вонючего лука. Короче, подхожу такой к нему, и он свой меч достает и на меня бежит. Вау, просто мобы какие, блин, я такого ищу, кстати. Так, он меня сейчас убью.
Брат, погоди, сколько у него хп? Не успеешь! В воде давай драться! О, ух! Все, спать! А это что такое? Это что за гадость там ходит? О, господи, как это все страшно выглядит! Как мне с вами драться? Ну, в принципе, не обязательно драться. Темный аспид какой-то. С таким модом я тоже не играл, поэтому я даже не представляю, что мне ожидать от этих мини-годзил. От него вообще какие-то партиклы отходят. Да, скелеты не горят, блин. Какие-то все имбовые жестко. Лучше я вас обойду. О, здравствуй, какая-то голубая жидкость. Купаться я в ней не буду, конечно же. Грибы! У-у-у, грибы, грибочки! Ура, хоть что-то полезненькое. Блин, мне такое ощущение, что вот я 5 метров пройду, и меня все время будет какой-то новый моб убивать. Вот кто в этот раз? Вот это что? Орел, который стреляет какими-то, я не знаю, какашками опять. Он меня стреляет. О, вроде отстал. Слушайте, я вообще заметил здесь такую прикольную штуку. Нет, все-таки не отстал. Все-таки не отстал! Феи летают! Я хотел на них посмотреть, а меня убивать начали. Блин, мне реально срочно лук нужен. Без лука на этой сборке просто никак. Опа! Обалдеть! Да ну нафиг! Это циклоп! И походу это босс! И стоп, у меня что тут? Метеорите? Это как-то странно. Здравствуй, крабик! Ты меня хоть не будешь убивать? Да хоть крабик не убивает? Так, я знаю этого босса-циклопа. Ну, точнее, я ни разу с ним не дрался. Может быть, мне как-то прокраса получится? Ну-ка, какой он здоровый! What the fuck? Ну-ка, сундук, что в сундуке? Шерсть хоть вот это мне как раз таки надо. Здравствуй, циклоп! И будешь меня убивать? Или не будешь? Или тебе пофиг? Может, он застрял в этих костях? Ну-ка, открываю. Ну, вроде он меня не убивает. Он что тут овец, блин, плодит? Вот это гад! Да, покуда он реально застрял. Ну-ка, здравствуй, циклоп! Ха, вот это дуралей! Сколько у него хп? 550 хп у циклопа! Не, я его точно убивать не буду. А, понятно, он тут овец жрет, прямо как в Властелине колец. О, я у тебя всю говядину заберу, спасибо. А, есть какой-то манускрипт. А что это за манускрипт? Я не могу это прочитать, ни разу с этим модом не играл. Поэтому пока что это ладно, здесь оставлю. Так, овечки, я вас поубиваю, я надеюсь, вы не против. Блин, может быть, мне помогло? Он меня... Что творит? Что творит, Ирод? Что надо тебе? Что свой рот разинул? Да ты что меня бьешь? Я очень хочу попробовать все-таки его убить. Ну-ка, на тебе по писюну. По ногам бьем его. Бьем. Да, он меня не может достать. Все, надеюсь, он меня не убьет. Убьет! Убьет! Не убьет! Не убьет! И let's go! А, стоп, не, меч еще! Почему? Почему на последний удар он меня убил? Как он достал, лысый? Фиг! Мне теперь километр до туда бежать, ну вы видели? Один хп... Ой, а что я прозрачный? Один хп оставался, и этот гаденыш меня убил. Вот, вот ирод, а? Все, наконец-то, последний удар, и даже два удара, нет, даже три, и новое достижение. Фу, все, глаз выпал вонючий. Кстати, я пока его убивал, только сейчас я понял, что это же груды золота, блин, а если там реально крутое золото, ну-ка, давайте я ломаю, и мне самородки выпадают. А где мои самородки? А где? Куда оно делось? А, блин, оно сразу в рюкзак шахты помещается, как удобно. Тем не менее, с глаза... О, глаз циклоп, это легендарное оружие. С радиусом эффекта и ослабляет ближайших противников, когда в руке. А я могу просто им стрелять или нет? Нет, походу мне просто нужно его носить. И этот глаз будет гипнотизировать моих противников. Ну, посмотрим, протестим. А я все у него ворую. Он гад. Немытый, блин, и вонючий. Тут всех овец жрал. За это надо его ограбить вообще по полноте. О, а кости бы мне тоже пригодились. Блин, это ж костная мука халявная. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Что это значит? Быть может, вам стоит немного отдохнуть? Не знаю, что мне стоит сделать, но я точно знаю то, что это виз-кристалл Терра. Потом с помощью этих кристаллов я буду крафтить всякие прикольные штучки, и вообще мне для продвижения по Тоуменомикону придется собрать все виды кристаллов, а у меня пока что только один, да. А, точняк, я забыл, что после того, как я посплю и после того, как я нашел этот кристалл, мне, во-первых, напишут, вы просыпаетесь после странного сна и быстро записывайте все в книгу, пока воспоминания о нем не угасли в вашей памяти. И дали мне, значит, книжку, я в нее захожу, и это странные сны. Очень много здесь чего написано, но самое главное, в этой книге описан рецепт магической пыли. Такой Salus Mundus вроде бы называется, но для того, чтобы мне ее скрафтить, потребуется три вида разных кристаллов, также кремень, ну еще какая-то штука. Ладно, кристаллов у меня нету. Вообще, с помощью этого Salus Mundus я создам первый магический верстак, да и вообще сам Тоуменомикон. Но это кто не знает про этот мод. А вот этих штук мне надо избегать. В воде.
воде. Убьет меня нафиг, и глазом мой моргнуть не успеешь. Кстати говоря про глаз, у меня потратилась прочность, и что вообще произошло? Могу ли я что-то наложить на краба? Чего ты меня бьешь, Ирод? Я тебя даже не трогал еще. Не, наверное, это только на враждебных мобов распространяется, надо будет затестить. Опаньки, ребятки, экстренное включение. Смотрите, что я тут за шахту нашел. Я уже сразу заметил новые кристаллы из Стоункрафта, но они мне пока что не нужны, потому что у меня вообще нету места под... Пауки какие-то мелкие, и вообще много мобов. What the fuck? Паук на паука залез. Нет, все, мне рано в эту шахту, мне рано, я убегаю, до свидания. И тем не менее, сколько я не бегаю, так и не нашел деревню. А в деревне мне всегда нравится жить. О, здорово, братан, что ты тут завесь, блин, в камнях? Продает, короче, он на шкатулку с сокровищами. Здесь может быть сокровище или мертвый слизень. Да, спасибо. И лотерейный тотем. Так, кто это тут плавал? Что это? Что это? Что это? Почему оно такое страшное? Господи, оно летит за мной очень быстро. А это что? Это не деревня? Нет, это что-то странное. Я даже не успеваю пос... Помогите, помогите, помогите! Я спрятался. Я не убей, не убей, не убей, не убей. Фух, как меня бесит, меня все бесит, меня все убивают, я не могу никого убить. Это что, издевательство? Опаньки, а вот и деревня, но в самом отвратительном и некрасивом биоме из Абиссилкрафта. Половина деревни, блин, заспанивать в вот таких вот черных домиках, ну блин, ну что за уродская деревня, ё-моё, ладно, придется здесь, наверное, расположиться. О, зато здесь обелиск есть, я смогу тпхаться, здравствуй, чуваки. Так, они на меня вроде нападать не будут, здорово, пацаны. О, что это, чё вы столпились, дураки, пройти не можете, давайте освобожу вас. Бегите! Дайте сначала купить что-нибудь. Да пропусти, Ирод, а? Да. Реально, жители дебилы, блин. Все, обелиск я активирую. Смогу тпкаться по нему. Кузница есть? Ура, кузница. И what the fuck, почему кузница наполовину из обычных блоков ванильных, а наполовину из Абиссилкрафта? Это реально странно. И тут что у меня? Перчатку для скалолазания? Я уже подумал, бесконечности, блин, я офигел. Я ее могу что? Я могу ее надеть? Как мне ее надеть? Я же не знаю. А, наверное, я смогу ее вот сюда. Да-да-да, я реально, я могу ползать. Выходить. Я ползу. Я реально ползаю по стенам. Ну-ка, сколько тут? 5 блоков. А я просто беру вот так вот и ползу по ней. Блин, вот это реально классная тема. О, я еще раз увидел этот портал. Ну-ка, ну-ка, в прошлый раз он исчез, и опять он исчез. Блин, что же это за портал такой мистический? Ладно, надо поспать, а то сейчас моих жителей поубивают. Нет, они действительно тупые дебилы, а? Вы дебилы? Вы мне скажите, вы дебилы или нет? Ну, вроде не дебилы. А, они друиды? Вау. Еще друидка. Здравствуй. Житель-женщина носатая. Ладно, в общем, в этой деревне я тогда решаю расположиться. Давайте сундучок перенесу. И, господи, как же тяжело, как же это медленно. Подвиньте, бэмс. И второй бэмс. Все ресурсики складываю. Сумки с ресурсами открываю. И странные предметы получаю. Так, стоп, я могу летать? А как я? Стоп, что? Народ, what the fuck? What the fuck? Что происходит? Что происходит? Я почему-то прыгаю и... это очень странно. Это очень странно, но мне надо убить вот этого моба, потому что он тут непонятно, что ты тут... Откуда ты взялся? А он до меня даже достать не может. Ха, лох. А, дальше я его убить не могу. Не, это какой-то прикол, пацаны. А, я понял. Такую способность мне дает амулет воздуха, который мне из сумки вылетел. Ну, конечно, он прикольный, только мне не очень что-то это неудобно. Можно как-то выключить? А, вроде выключил. Нет, нифига не выключил. Как мне тебя убить-то? Я не могу понять. Нет, он ломает мой сундук. What the fuck? Лысый пень. Этот Ирод ломает чужие сундуки. Вонючий. Убить его никак нельзя. Что мне с тобой делать? Я вот что мне с тобой делать? Не знаю, что с ним делать, я в него дымовую бомбу кидаю. Все, дезориентирован. И нифига не дезориентирован, меня убил только собака. Убит! Убит! Сложно, но убит! Кстати говоря, книга, которая с него выпала, теневой шаг, это же очень имбовая штука. С помощью нее меня не будут видеть мобы, то есть очень на близком только расстоянии, блин, надо будет попробовать. Фу. А это что такое? Это что, птичий навоз? Это птичий навоз? Куриный, точнее, фу, гадость. О, а я тут же еще один домик не провел. Господи, куча тучи, какие странные, хоть бы торнадо не было. Вот еще есть один домик, тут у нас какая-то бочка. А, блин, что она не выпала? Зачем я ее сломал? Здесь, по сути, должны быть какие-то ресурсы. О, механизм, кстати, вот это я тоже заберу, вот это. Да почему? Что за бред? Оно все не выпадает, говнецо. О, понятно, тут лазеры какие-то, меня не убьют, да вроде не убивают. Да, это угольный генератор, спасибо за уголь. И бочка.
а точнее ящик, в котором... Ух ты, сколько... А это, наверное, тоже не выпадет, да? Хоть это выпало, слава тебе, господи. И атомный реконструктор. Но я его, наверное, не смогу сломать, но эта штука достаточно сложно крафтится. Хорошо, что мы ее здесь нашли, да дай пройти. Значит так, какая ситуация? У меня тут защитники летают, и они будут защищать мою деревню. Это хорошо. Но минус в том, что они, собака, громкие. Ироды, если я одного его ударю, то все, мне не поздоровится. В общем, сейчас я думаю, что мне бы было очень полезно, во-первых, добыть еды, а то нифига, жрать нечего. А во-вторых, наконец-то отправиться в шахту и наконец-то добыть ресурсиков. И в этой деревне, собака, у меня тоже метеорит упал. Прям как во второй техномагии. Блин, она, этот метеорит у меня преследует. О, стоп, что? Что? Кремниевая курица? What the fuck is going on, man? Что за дичь? Подожди. Походу, здесь на сборке есть курицы, которые будут производить ресурсы. Вау, блин, я обожаю этот мод. Ни разу с ним не играл, всегда хотел. Ну-ка, эту курицу надо где-то спрятать обязательно, чтобы она не сдохла. Сидит тут курятин. Посмотрим, что она там будет яйца какие кремниевые сносить. Опять какие-то ероды. Я даже пшеницу не могу добыть, даже из нее вылетает какая-то нечисть. О, а и что за комнатка? Халявная зачаровалка! Вот это мне фартануло, блин! А я на эту деревню грешил, блин, какое-то здание, прикиньте, и чародейский стол просто на халяву. Я же сейчас зачароваться могу. А, нет, у меня лазурита нет. Или он тут не нужен? Даже непонятно. Не, лазурит нужен, но интерфейс какой-то новенький. Не, это вообще нормально! Меня жители бутузить начали за то, что я книжные полки краду, Ироды! А, сейчас убьют, блин, как меня уже все убьют. Так, мне походу капец. Меня все убивают, меня вообще все, кому не лень, убивают. Чё мне, как мне выжить вообще? И самое главное, на меня защитники. Они тоже ополчились. Ё-мы, как мне теперь заслужить их доверие? Ну-ка, эти меня будут убивать? А, эти застряли, походу. Помогите. Походу, мне придется убивать этих защитников. Или отдаться им, чтоб они убили меня. А я-то всего лишь, блин, крал эти книжные полки, чтобы сделать вот такую вот офигенную золотую сумку. Она просто обалденная, потому что смотрите, сколько я могу здесь ресурсов хранить. What the fuck? Для начала прям самое оно, но теперь надо разобраться вот с этими говнарями. Может, они забыли про меня? Вы забыли про меня? Или вы не забыли? По-моему, забыли. Ура! Все, я убегаю. Да, но перед тем, как идти в шахту, надо все-таки решить проблему с хавчиком. И мне кажется, поскольку здесь дофигища куриц, они, кстати, песком срут, я узнал, да, это песочные курицы. Я могу сделать с помощью них ферму. И тем более, мне смотрите, что тут еще попалось. Изумрудная кирка. Вау, все. Ну-ка, она, наверное, мне такое ощущение, что она сможет обсидиан копать. Потом проверим. В общем, все, нахожу максимально курятинов. О, здесь еще и какие-то. О, это, наверное, обычные курицы. Ну-ка, это. Да, это обычные курицы. Петух! Пошли! С нами. Что ты там плаваешь? Блин, даже петухи имеются, но он что-то ему пофиг, походу. Ох, в ложке бы такая ферма очень понравилась. Хотя, если не считать, что я их буду убивать, то, наверное, не очень бы понравилось. Кстати, а какашки, которые из курятин выпадают, они не такие уж и бесполезны. Я их могу кокосную муку использовать, блин. Вообще классно. Моя пшеница, Ирод, спер мою пшеницу, говнюк. А вообще, как я говорил, могу сделать автоматическую ферму куриц очень просто. Мне потребуется вот такая вот носилка, или как-то так ее называют. Ну-ка, возможно, я сюда могу яйца посадить. Могу? Нет, почему-то не могу. Курицу я могу сюда посадить? Нет, как мне ее сюда запихнуть, блин? Может, мне просто тыкнуть надо? А, и ничего не заспавнил. Ага, нет, оказывается, я мог их ловить с помощью вот этой специальной сеточки и прямо сюда запихивать. Все, смотрите, курица там сидит и будет нести мне яйца. Я мои яйца. Сволочь, неси яйца. Фу, протухшее яйцо выпало, говно. Господи, сколько же мобов они мне надоели. Этот сраный моб, блин, стырил у меня всю железную руду из печек. Меня уже бесит эта сборка. Она меня просто бесит. Жители меня убивают, мобы воруют мои ресурсы. Это какая-то, блин, беспредельщина. Пауки, пошли в жопу, вы меня только не бесите. Это что? Что это за глаза летающие? Ну пошли драться! Все, я уже никого не боюсь! А? Или боюсь? А, они друг на друга нападают. Вот дебилы. Это кто? Ты кто такой? Лысый! Лысый! А ну пошел! Саламандра, блин!
такого? Прикол, некоторые предметы, короче, не могут сгореть. Блин, я ищу воду, даже не было, у меня уже песок, душ, огненный стержень. Ока, эндер, сгусток магмы, это капец какой-то. Так, новая сумочка, и мне выпадает, о, еще одна изумрудная кирка. Первые алмазы, наконец-то. Ура, хоть что-то, блин, прикольное. Ну, пошел. А, я его уже убил, так. Что это всего выпадает, какая-то... Нифига себе, я скипетр могу из этого всего замутить, блин, у меня уже вот этих эссенций странных, 3 штуки накопилось, все, копим. Так, ну а сейчас все, я в принципе уже накопал тут ресурсов, не знаю, для начала хватит, уже хотя бы полный сет железной брони есть, но я, блин, новая проблема, я потерялся, откуда я пришел, не помню. А, вон, вон, все, нашел. Ох, я еще тут лифты намутил, кстати, это, конечно, хардкорная сборка, блин. Мне пришлось переместиться из этой деревни вообще в другую точку, потому что эти тупые жители меня даже убивали после смерти, их защитники вонючие. О, ну все, жители, пока, блин, зомби сейчас тебя сожрет, дебил, че ты стоишь? Ну, вот и все, уроды, не буду я вас защищать, потому что вы меня убивали, дебил. О, они на зомби все нападают, прикинь. Где-то на 0,0001% мы приблизились к этой перчатке бесконечности. Я прямо жду, я очень хочу ее скрафтить, это такая имбовая вещь, вы вообще обалдеете. Ну, а с вами был Ванчилов, всем... На мой канал подпишись, ты забыл оформить под подписку.